Почти 600 квадратных метров отремонтировали дорожники в ходе ремонта тротуаров в Люберцах. Уже сделано 12 пешеходных дорожек. На улице Попова качество выполнения работ оценил глава округа Владимир Ружицкий. В новый учебный год не по проезжей части, а по новому тротуару. У школы номер 25 появилась пешеходная дорожка, которую просили многие жители. Теперь путь за знаниями и удобен, и безопасен. Протяженность тротуара 87 метров, площадь 130 квадратов. Здесь были вопросы от жителей и в социальных сетях, и на встречах. Было принято решение данный тротуар отремонтировать. По сути, он новый. Здесь будет тем, кто проживает рядышком, более комфортно. Работы на улице Попова завершатся в ближайшее время. Тротуар появится вблизи школы в ходе подготовки дорожных объектов ко Дню знаний. Также у нас к школам проводились работы по нанесению дорожной разметки. Нанесена везде 100%. К школам готовы к 1 сентября. Всего в 2020 году в округе сделают 12 тротуаров. Дорожным службам предстоит сделать дополнительный список пешеходных дорожек, которые сформировали по обращениям жителей. Площадь ремонта составит 1500 квадратных метров. Анна Троян, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ,